Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас продолжение обзора Шарарама. Док привез из прошлого древние народы, а чтобы мы сняли про них документальное кино. А поможешь, а чтобы кино получилось, нужно самому стать римлянином, викингом или майя. А выбери народ и сними про него фильм, а я подарю домик или костюм. Прикольно. А мне кто нравится больше? Да, в принципе, все классные, викинги вообще здоровские, римляне по-своему великие, майя то вообще такие себе, жили вдали от цивилизации, сами создали цивилизацию. В общем, все классно со всеми. Получается, мы выбираем, про кого снимать кино в трех локациях, наверное, можно прям про троих одновременно, и получаем награду домик викинга или костюм императора. Ого, а про майя подарков нет? Ладно, давайте выбирать. Так, парк, порк, порт или сити. Что у нас нового? Стань легендой древнего мира. Локоны удачи и разбуди пчел треками. Ясно. Это все было. Так, давайте. Даже не знаю, с чего начинать. Начну все-таки с порта. Даже не знаю, кто здесь, просто вот будет порт, кто первый, тот пускай будет первым. А ну шо, хочешь стать могучим викингом и снять про это кино? А викинга, мне надо еще подумать, ладно, а что умеют викинги? А викинги самые суровые, они покоряют моря, носят рогатые шлемы и не боятся морозов. А круто, я буду снимать кино про викингов. Интересно, чем отличается римляне, спрошу у Нюши. А вдруг майя лучше? Ну, все-таки, пускай раз викинги попались, буду про викингов снимать. Тем более, недавно смотрел сериал про викингов, там вообще такой классный. Конечно, он не для детей. Так, надевай костюм и заходи в город. Там я подскажу тебе, что делать. Спасибо. Костюм викинга на 11 дней. Ух ты, класс. А потом разыщи меня, да? Прикольно. А где его искать потом? Так, одеваем костюм. А, это типа есть костюм викинга. Тогда нужно очки снять. Я не думаю, что викинги в таких очках ходили. Так, нужно другие какие-то себе найти очки, которые будут викингу подходить. Одноглазый викинг. Секретный агент викинг. Даже не знаю. Может, викинг пускай вообще без очков будет. Наверное, это будет правдоподобнее. Ну и фон поменять, как бы фон не викингский совсем. Какой же ему выбрать фон? Вопрос, конечно. Даже не знаю. Подводный, пускай. Викинги там плавали, там все такое. В общем, пускай будет водный, подводный фон. Так, пошел я его искать теперь. А, кстати, здесь, оказывается, деревня викингов есть, отдельно локацию сделали, да? Давайте в нее пойдем. Я думал, по Шарараму нужно будет ходить постоянно покупать. Так, хватит мне всего. Ого. Копатыч викинг. Вот такие викинги, да? И вот закрыли, даже не вижу, кто это. Ой. Уберитесь. Миссия в один клик. А, впервые тебя вижу. Заслужи мое доверие, и тогда поговорим. А как мне его заслужить? А, Америку открыли викинги. Напиши, какой корабль помог нам пересечь океан. А, пройди по стрелкам и запиши ответ. Так, а начинаем мы откуда? С буковки. Интересно. А, кстати, вот в фильме смотрел, фильм про викинга, ну, сериал, и там они плавали на дракарах. Вот я смотрю, что здесь D-R-A-K-A-R подходит, да? То есть дракар. Так бы я вообще никогда, ну, может, не догадался. Дракар. Знаю такое. Ой, оказывается, нет. А, я поспешил, наверное, с двумя К просто. Дра... Драккар, то есть читается как... Этот вообще пишется по-другому.
Точно, видите, да? А мы сняли сюжет о достижениях викингов. Я продолжаю снимать кино. Так, давайте с Копатычем поговорим. А давай снимать, как живет местный народ. А как его заслужить? Как заслужить доверие? Кто знает? А, кинуть помидор в кого-то? А, вот список. А, в свитке записаны легенды о драконе, а создатели всего сущего. Пройди по лабиринту и напиши имя дракона. Ого, это что, все его имя? Так, идем. Первая буковка Т. Так, идем. Ти. Ой. Ти, потом там тупик. Дальше Ти, А. Ти, А, там тупик, а потом М. А, так, сюда нам тупик, нет. А. Тиама. Тиамат. Так, дракон Тиамат. А ну еще раз. Ти. А. Ма. Т. Вроде как все получается. Да, точно. А букв столько много было в лабиринте, можно запутаться. А мы сняли легенду о драконе викингам Тиамат. А продолжай снимать кино. Так, что еще? Здесь просто столько много народу. Может быть, не все вижу, что можно. Заслужи, заслужи. Как заслужить? Сундук какой-то с сокровищами. А, вот плавильня. А, я покажу ремесла викингов. А, собери металл, чтобы выковать из него доспехи викинга. А, идем за металлом. Если знал бы, сразу пошел. Вот. Раз. Ого, как долго. Два. Так, стоп, мне придется этот, что, три раза ждать или два раза? А интересно, удваивается или нет с шаром картой? То количество, как обычно. Почему не три? А, пока жду, думал сходить, может, в другие какие-то народности. Вот, видите, пирамида Майя. А тебе пишут, тебя ждут в поселении твоей команды. То есть это, оказывается, моя команда еще. Не просто так все. А, он вижу, Майя бегают, всякие там одежды, да, и так далее. А, ну я пока все-таки, наверное, приму ваши заявки, там, сообщения, открытки. А потом продолжу как раз вот руда там. Кирку мне заточат. А, заявки в друзья, сегодня их 95, и ваши подарки. А, подарок от Spring Girl, в Кеуль, в Кеу, даже не Ли, а как-то там Эльф, непонятно. А, 2008 единорог и Г-796. А, мама, типа, наверное, Авакия, Ю-Ю-Ю-Ю, 09, про мага, просто мага. 28. А, Риана, Коготь, Телеграм и Эмили. А, Лояш, Корнелия, Даха, Маха и Пуф-Пуф. А, Янубик Вика, Роз, Роман Мрак, Розочка Оля. А также Евгения, Сергей Лимон, Саша и Сёма и Арсюша. А, Текна, Кролина, Драконесса и Няшная. Андрей, Супер Варя, Аня, Маня и Алисия. А, подарки на сегодня вот такие. Все. 30 подарков уже было. Так, дальше. Ваши сообщения. Открытки пока. Открытка от Тёмы. Шока Хрумка. Кролина. Просто Шари. Тимофей, Девенти, Вакия, Влас, Ариана, Тима Белар, Эмили, Лояш, Андрей, Редоп, Лев, в общем, просто, наверное, Лев какой-то, Мария, Вакия, Луна, Катя, Кися, Катя Кися, да? Марио, ого.
А Матвей, Кроля Баффи, Андрей К. 112, Кися уже была, а Синбад, это тоже, по-моему, был редоп, а опять Андрей, в общем, такие вот сегодня были открытки. Немного восполнил свои запасы, по идее, в клубе, и благодаря этому перешел на 63 уровень. Ага, получается, вот сейчас, видите, я в ВКонтакте, у меня не привязана игра, отвязалась на этом компьютере. В итоге, вот все друзья, как бы, вот указаны. То, что в прошлый раз, когда я переходил на уровень, у меня некоторые места пустые были. Как видите, сейчас вот все забито, да? А если вверх посмотреть? Так. Ну, да. Таких друзей у меня нет высоких. Он заканчивается 86 уровнем, по-моему, да? Катя. Дальше. А, вот Радио еще 95 есть. Ну, как бы. Дальше все-таки нет. Так, все, скорее всего, там уже наша это. Наша руда готова, точнее, наша кирка заточена. Можно добывать опять руду. А главное, чтобы засчитывалась одна за две, как шарам картой. Иначе придется еще 10 минут ждать. Я этого не переживу. А сейчас проверим. Да, все хорошо. Засчитывал один за два. А ты снял все, что нужно, кроме главной тайны викингов. А поговори о ней с канунгом. Канунг это типа главный, вот. А там кто-то стоял, я не видел, что он написан канунг. А ты поработал в кузнице и проявил уважение к нашим легендам и достижениям. Спасибо, я старался. А твоих деяний пока недостаточно. Выполни мою просьбу, и я пропущу тебя в великий дом. А что скрыто в великом доме? А в великом доме мы храним главный секрет нашего народа. Только избранным дозволено туда войти. Хорошо, а какую просьбу нужно выполнить? У наших границ поселились римляне и майя. Проберись к ним и принеси кое-что для меня. Оу-оу-оу, звучит как воровство. А вовсе не воровство. А мне кажется, они замышляют на нас напасть. Узнай, как это, так это или нет. А хорошо, так что нам нужно принести? Добудь военные планы и узнай, что в сундуке торговца. Ха-ха, прикольно. И как это делать? Ладно, я чувствую, нужно теперь в Сити сходить. И там узнать, да? Вот почему они были доступны, да? Вот идем к Майе. Ух ты. Сундук. А вдруг в сундуке торговца оружие? Проверь, открой сундук. Отметь замки, к которым подходит ключ. А их что, несколько может быть? Сейчас смотрю. Ну да, вот по идее вот этот вот замок. Вот этот. И вот этот, скорее всего, да? Три замка. Точно. У торговца в сундуке одни горшки. Поищи другие сведения. А тут пишут... Блин, нет, не так. Нужно вернуться. То же самое, вот здесь плавильня, как и в викинговской деревне, да? Придется говорить, что с ее этими главарями. А славный у нас народ, правда ведь? Вот пещера какая-то. А где, что еще можно сделать? Какие-то записи нужно было подсмотреть. А, вот свитки, да. А в этом поселении ничего подозрительного. Проверь другое. То есть теперь нужно к римлянам идти, да? А римляне у нас в парке, наверное, аттракционов. Вроде бы нам говорили, да? В начале. Так, римский форум, точно. Так, можно опять взять свиток, вот найти. Причем, видите, их несколько там. А здесь указ, запрещающий зевать по понедельникам. Поищи еще. А тут рисунок кошечки. Не похоже на военные планы. Поищи еще. А в планах ни слова о нападении на нас. А поищи другие сведения. Вот сундук опять. А отметь замки, к которым подходит ключ. Так, ключ такой же, как и в том поселении. И замки, слушайте, такие же. Прикольно. Ура, разведка завершена. Возвращайся ко мне. Хорошо. Доложить.
только нас опять отправят в порт, а потом нужно будет переходить в деревню. Плохо, что нет сразу перемещения именно в нужную локацию. Докладываю. Отличная новость. Римляне и майя не готовятся нападать. Хе-хе-хе. А значит, это мы их захватим. И правда, хе-хе-хе. Эй, не надо никого захватывать. Вы обещали открыть мне вход в Великий дом. Ну ладно, ладно, ты это заслужил. Иди и узри наш главный секрет. А спасибо, повелитель викингов. Так, идем. О. Это их не дракар вот этот вот. А скорее давай снимать главный секрет этого народа. Тут темно, как у меня в берлоге. Включи фонарик, чтобы я смог снять этот корабль. Отметь 3 одинаковых батарейки, чтобы фонарик заработал. 3 одинаковых, смотрим. Вот такие вот. Вижу 3. Больше и нет. То есть нам не все нужны, только один... Одних батареек только 3 вида есть, да? Точнее, один вид, есть 3 батарейки. Господи, запутаешься. А вот дела. Викинги боятся воды. Вот и строят без конца корабли. А чтобы спасаться от наводнений? Это типа главный секрет их не? Я в ярости. На нас напали майя и римляне. Если они узнают наш секрет... Ты же говорил, что они не собираются нападать. Нас обманули. Ты обманул меня и привел сюда врага. Да мы уже просто кино снимали. Как же я сразу не догадался. Не попадайся мне больше на глаза. Ну и ладно, ты не прав. Капец. Вот это завязка. Другие народы поссорились. Как их помирить? Посмотрим в учебнике истории. Отметь учебник, у него нет пары. Так, у этого учебника есть пара. У этого тоже есть. У этого есть. У этого есть. У этого есть. Вот последнего нет пары. Друг мой любопытный, теперь я знаю, как примирить народы. Поговори с Лосяшем. Ну а мы с кем разговариваем? Друг мой мирный, в учебнике сказано, что все древние народы были вспыльчивыми и любили похулиганить. Они нам так пол шарарама разнесут. А как же их примирить? Ты хорошо изучил свой народ. А скажи, что вызывает у него особый трепет? Может, это их главный секрет? Дракон из мифов и легенд, вот кого все уважают. Кузнец, куда древним людям без кузнеца? Ну, кстати, по идее у всех кузница была, да? Может, все-таки про кузнеца? В учебнике нет ни слова о кузнецах. Может, что-то другое поможет народам примириться? Ну, все уважают драконов. Главные секреты. У каждого есть главный секрет, да? А главные секреты, наоборот, привели к раздору между народами. Ну... Последний вариант про дракона. Верно, в учебнике сказано, что все народы верили в драконов и уважали их. Пусть дракон убедит их помириться. Ну да, дракара, это же там у них дракон типа изображен на носу. А Лосяш, ну где мне сейчас достанем доброго дракона? А на что нам камеры? Настоящий дракон не нужен. Снимем кино со спецэффектами. Точно, давай снимать. Построй декорацию с драконом, который уговорит народы примириться. Расставь блоки в правильном порядке. Кликай на блоки, которые хочешь передвинуть. Собери 3 декорации, чтобы снять. Понятно, это будет сложно. Вот эти пятнашки, так называемые, это как бы, ну, оно не столько сложно, сколько долго. Так, 1, 2, 3, 4. Здесь уже хуже. Блин, не получится у меня так. Нет. Так не выйдет. Придется сверху там подключать. То есть мне бы теперь их как-то поменять местами. Они неправильно стали. Так, 4-5 поменял уже, хорошо. Только 7,
О, вот, получилось все-таки. Думал, не получится снизу здесь поменять. Есть лапу его. Вот это самое сложное. О, 1, 2, 3, 4, смотрите, уже стоят. А, меньше работы, хорошо. Так, 7 есть. Только я неправильно, наверное, начал как-то. Вот, 7, 8. Нет, не получится. Блин. Не получится. Так, вот. Поставил второй ряд уже. А, осталось нижние вот эти вот как-то переставить. Посмотрим. 9, 10, 11. Ух, тяжело это будет. О, хотя нет, вы знаете. Очень даже легко получилось. Просто повезло. А, ура, мы сняли кино. А давай покажем его правителям древних народов. Вот они все здесь стоят. Верховный жрец, император Максимус и... Хотел сказать Ураганчикс. Нет, а Конунг. А лось обещал нам дракона. Мы ждем. А, настрой проектор и покажи правителям кино про дракона. А посмотри на схему и выбери кнопку, которая запустит кино. Так, это мы, получается, идем от вот этой кнопки. Шаг вправо, вниз, вниз, влево, вверх. А, ну понятно, вот. Это везде на всей аппаратуре. А вот такая кнопка. Окей. А я дракон с тысячей имен. Хранитель прошлого, будущего и настоящего. Повелеваю вам помириться, а если не подчинитесь, я всем расскажу о ваших секретах. Отныне живите в мире, а смешарикам принесите дары. Ну, где мои дары? Вы слышали, что сказал великий дракон? С драконом лучше не шутить, а пора забыть о разногласиях. А почему вы вообще начали враждовать? К нам пробрался разведчик и украл военные планы. И к нам злодей копался в вещах нашего торговца. И у нас так было, это кто-то из вас. Хе-хе, да, разведчик. Но ведь ничего страшного, правда? Мы поняли, что враждовать не весело. Зато весело дарить подарки. Истина. Ура! А мое кино готово, а древние народы могут спокойно отправиться в прошлое. Спасибо. А выбираем домик викинга или костюм императора. Да выберу костюм императора, он хотя, конечно, больше на женский похож, но раньше ж дело в том, что римляне такие носили, такие тоги назывались. Они вот как типа простыня закутались пояском, подперлись и подвязались и ходят. А, ну, можно выиграть еще и домик, а это возможно, если мне будет не лень, я сделаю сам. А, так, ну, переодеваться не знаю. Пускай переоденусь, какая разница. А, под такой костюм можно уже очки себе подобрать, да? А, только это будет, опять же, нелегко, наверное. Хотя вот такие однотонные, бесцветные... Даже не знаю. Какие выбрать. О, я знаю, какие вот эти мои любимые. Как раз они сюда подходят хорошо, да? По-моему, да. Так, ну что ж, наш сегодняшний квест завершен. Осталось у меня там буквально 5 минут почитать ваши сообщения, что я с удовольствием сделаю. А когда у меня есть время, я никогда стараюсь не пропускать это, но не всегда остается время на сообщения, так что простите. А, о, уже заметили сразу, что у меня новый уровень, только вот буквально поднял пару минут назад. А, спасибо, Кролина. А, поиграй, пожалуйста, в Вали. А, я глянул в Вали, если вы имеете в виду игру про маленького робота, там такого с ковшом, который уже 11 лет этой игре от Disney. Прикольная игрушка, я поставил на закачку только что, она буквально у меня пару минут качается, так что если это она, то на днях, скорее всего, ждите. Спасибо за пожелание и за рекомендацию.
Поставь группу Аригато, очень прошу сейчас. Раз так просят, то пока сохраню это шоу, пускай побудет немного на удовольствие заказавшей, если так уж быть точным. Так, от Суперлиги привет, и Суперлиги привет, и от Суперлиги привет друзьям Вове Бро 008 и мне. Ну вот на обычном шарафоне сообщений больше нет, ну там куча сообщений было, там привет, там ответь, там и так далее. Я же их, естественно, не читаю. Поставлю другой шарафон, посмотрю, что там интересного. Так, опа, пятый класс пишет, новый промокод, люблю слаймы. Нужно проверить, сейчас проверю. Так, это у нас где, моя страница, да? Или нет, кабинет. Ну-ка. Ой. Так, что ли? Да, 500 опыта уже у меня. Вот хорошо, так что все, кто еще не знает, вводите, как пишется, я только что показал. Спасибо за подсказку, тоже поздравляю с весной, уже не с первым днем, но все равно с весной. Так, вопрос, а ты когда-нибудь просто играешь? Ну, да, играю просто, но, как правило, если я записываю там по 4-5 игр в день, как бы то просто играть времени просто не остается, потому что есть другие дела и так далее. Но вот, к примеру, ну, элементарно, вот нужно мне, ну, я записываю вот на канале просто геймер, ну, Grim Soul, такая игра есть там про выживание. Для того, чтобы там что-то записать, мне нужно кучу опыта заработать, там, кучу там ресурсов натягать, там, и так далее. То есть я каждый день захожу, там, кажется, минут там 20 трачу на этот Grim Soul, кроме всего прочего. Потом там раз в неделю, кажется, его записываю всего лишь. И так со многими играми, то есть нужно сначала там кое-что подготовить, потом записывать. Поэтому можно это назвать просто игрой, а не записью, да? А на самом деле, ну, в общем, редко это бывает, когда для себя играешь. Бывает, на телефоне стоит там какие-то пару игр, когда там где-то находишься, где нужно или подождать там, или чего-то там тоже там бывает, поиграешь немного. Но, как правило, в основном только записываю. Привет вот этому чуду, которого зовут Old 4.0. Как ты думаешь, мне тебе Роман или просто детки называть? Ну, можешь называть меня Иван или просто детки, но никак не Роман, это точно. Как ты представляешь Шарарам через 5 лет? Ну, на самом деле, я об этом не задумывался никогда. Вот, допустим, я уже играю в него, грубо говоря, 2,5 года. Как по мне, то... Так, он как был, такой и остался. То есть там, да, какие-то нововведения там вот, вводят, вот шарафоны поменяли, там добавили, кажется, там рекламу можно смотреть, что попытки давались, там кое-что там делают бесплатным, кое-что улучшают. То есть, когда играешь долго, то ты этого просто не замечаешь. Надеюсь, что через 5 лет он останется таким же, потому что обычно всем не нравится, когда что-то меняется. Вот пишут там, вот там 10 лет назад он был там лучше, там или 5 лет назад он был лучше. А на самом деле, если он сейчас нравится и ничего не менять, то через 5 лет он тоже будет нравиться, как бы. Поэтому я не хочу, чтобы что-то менялось кардинально. Какие-то мелкие там нюансы такие, но не глобально. Привет Юпитеру. Ксюша вот пишет уже давно. Привет, передай привет и напиши, пожалуйста. Он сколько раз, да? Еще давно-давно писала. Ого, сколько сообщений там. Лизе Захаркиной, Ксюше Ширкуновой и Максиму Сероукову. Ну, исполняю, лучше поздно, чем никогда, правильно? Вот классно пишет. Да, передать привет, это понятно, передаю. День рождения. Интересно, сегодня или нет? Если сегодня, то поздравляю. Всего самого наилучшего. Так, Настя Руки пишет. Мы тебя любим, и твой канал тоже. Ну, конечно же, я тоже вас всех люблю. Чмоки-чмоки. Приветик Кицуне Мяу. Умолять не нужно, можно просто попросить передать привет, и все. Если я ваше сообщение вижу, если вижу ваш привет, то я, естественно, передаю. Только не надо умолять, пожалуйста. Так, да, привет, хорошая погода. Это было, конечно, уже давно, но тем не менее, сейчас погода вообще классная. Вот весна только началась, на улице солнышко, плюсовая температура у нас, как бы просто весна уже настоящая.
Так, ну вот Кукун еще просил тоже поставить группу Аригато. А вот, кстати, еще одно желание исполнено. А, получается, был день рождения у него 1 марта, да? Ну, с прошедшим днем рождения, надеюсь, хорошо отметил и были крутые подарки. А, так, передаю привет Пуська. У меня 27 августа день рождения. Ну да, у меня 26, да, а у тебя 27. Ну, прикольно. У меня у соседа 25 августа день рождения, так что, как бы, совпадений много. Это все ничего, у меня у дочки день рождения тоже 26 августа, в день моего дня рождения, так что это самое большое совпадение, как бы, я считаю. Так захочешь, не придумаешь, не подгадаешь, так что это вообще мега-мега круто. Последнее сообщение. Я очень долго не заходил в Шарарам, так что не помню, кто вы. И меня это сообщение убило, а вспомнил. Ну да, последний раз писал 31 августа, а сейчас вот уже март, то есть да, уже больше чем полгода не писал, действительно долго не заходил. Но главное, что память вернулась, да, амнезия там исчезла, а теперь вы все вспомнили. Ну, все, сообщениями на сегодня я завершаю, как видите, их уже нет. Вот на такие сообщения я специально оставил. Вот, ты крутой, ответь. Ну, что можно человеку ответить на такое сообщение, вот скажите. У меня просто взрыв мозга, как говорится, да? Ну что ж, друзья, сегодняшнее задание мне понравилось, прикольное было такое, исторически познавательное немного. Если оно понравилось и вам, пишите об этом, комментируйте, какая нация вам больше нравится. А если вам понравился мой обзор, то поддерживайте его своими лайками и оставайтесь с нами, не пропустите новинки. Пока-пока, до новых встреч!